Здравствуйте, земляне! Я Александр Док. Вот Виктория, она говорит, надо не распотякивать на 3 часа. Ну, мы, я думаю, что... Я буду распотякивать. Мы все равно... Да, я буду распотякивать, ну, на час хотя бы хоть растянуть. Я люблю растягивать. Вот она готовит посылку. Я хочу снять вступление. В каком смысле? Вот уже вторая посылка. Некто, похожий на Викторию Викторовну, ночью пробирается на кухню, берет ножик и вскрывает посылки. Вот посмотрите, товарищи, гляньте, это вот моя семья. Так, сейчас я переключу трубку и разберемся, где чья семья. Шел куда-то, я не знаю, в Африку. Тебя снимать или? Нет, вот, посмотри. Это кто? Это Марсенька? Марсенька, а это Жорочка. Кто? Жорик, а это Рада, а это Мира. Да. А вот она и Рада. Где ты? Садись, иди. Вот так. Ну, будем сравнивать тебя. Земляне, вот, по определенным обстоятельствам эта посылка была немножко задержана в раскрытии. Ну вот и вскрывай, надо же угостить. Ну, печеньки тут у них, чё, шоколад. Но самое главное, я тоже подсмотрел уже сюда. Самое главное, земляне, такого мы еще не видели. А это вот просто... Свинки. Это что-то такое просто невероятное. Марсюнечка. Я думал, что это сначала пластилин. Нет, это какое-то вещество, похожее... Резина это. Ну, какая-то губчатая резина. Смотрите, он... Мирочка. Нет. А он... вот моя сладкая посылка. Да вон туда, вон поверну. Да. Ты хочешь Марсика понюхать? Это Марсик, дядя Марсик это. Вот он. А это ты. И сердечко, вот сердечко. Да, поближе. Да. Поближе, поближе. Да. Жрать не надо. Да, земляне. Ну просто. Да, такие вот поросяточки. Одно лицо. Блядь. А ну-ка я буду сравнивать. С кем одно лицо? Давай. Так вот. А вот похоже? Лирик. Да, лирик. Я сюда вставлю ролик с лириком. Серега прислал. Вот он, лирик какой, гляньте. Лирик, глянь, что тебе тут передали. Он, глянь, косточки какие. Гостинчик тебе. Сейчас мы тебе косточку дадим одну. У нас вон цветы. Цветут. Вон они. Лирик их охраняет. Сейчас вот мы тебе косточку дадим. Ты косточка прям как настоящая. Он хвостом виляет. Да, Лирик? Иди гуляй. Котов всех разогнал. Блин, прям как настоящая. На тебе, Лирик. Служи, служи. Ну, что ты на коленку? Служи, найди, служи. На. Все, доволен. Сейчас жевать будет. Ну, хвостик. Материала на хвостик не хватило у лирика. Но это лирик. А, косточку грызет. Лирик, лирик, помаши хвостиком человечеству. Привет передай, Лирик. Доволен. Вот он отдельно сидит. Он же переехал от нас. Ты ну, да, Александр Док. Это я вот. Вот моя удочка, рыбалка. Почему-то морковку мне. А тебе что в руки? Тебе журнал надо какой-то. Морковка у меня, цветочки. Тоже цветочки. Морковочки. Что-то ты на ногах не стоишь. А? Я вот стою, а ты что-то... И что? Ничего. Глянь, какие морковки, да? Прелесть, прелесть. Ну, давай вкусняшки дадим. Лизнула? Да. Не надо ничего. Ну, это... Так у них и глазки блестят.
просто... Вот, глянь. У меня панталоны. Умереть не встать. А у меня там что? Ну, а у тебя ничего. Ну, покажи. У меня вот... Ну, куртка. Курточка, глянь, какая. А что ты туда лезешь? Оно тебе нужно. Я же тебе не лезу туда. Видишь ты, Виктория, какая коварная женщина. Так, в следующий раз придет посылка, не вскрывать без меня, понятно? А то получишь. А вот тебе. Ага. Вот тебе. Стоишь? Да кто это маленький поросенок беленький? Кто? Все? Да все-то не все. Ну вот. Вот как бы это. Как бы. Давай его достанем вот так вот. Корзинки. Такая прикольная корзиночка. Давай вот так вот. Или вот так вот, глянь. Ой, Александр Док упал. Критиковал Викторию, что она на ногах не стоит, а сам шлепнулся. Не рой, говорит, другому. Так, давай вот так вот, раз, став. А Жорочки-то нету, что ставь-то? Жорочку, она сказала, сделает. Марина сейчас находится, где она там, в этом, ой, в Англии. В Англии у внука, ее любимый внук там, это Гриша. И она, вот, передай привет Марине. Я потом передам. Ага, она потом передаст. А как она потом передаст, я не знаю. А ты передай. Привет Марине, скажи спасибо за всех. За вот такое вот. Необыкновенный подарок, просто необыкновенный, честно говоря. Такого я никогда... Марсик такой смешный. Угу. Да все смешные, Лирик смешной. Ну, а Жорик, вот мы ждем Жорика. Когда будет Жорик? Сейчас переключу камеру. И вспомнил я, что у нас есть Жорик. Вот. Вот Маша делала. Вот сюда мы добавим. Вот он Марсик. Вот он Жорик. Но они, правда, из пластилина. Вот она вся компашка. Ну, давайте мы сейчас сделаем так. Ой, прилип. Ой, боюсь. Боюсь его оторвать, поломать Жорку. О, все. Давайте, чтобы... Все было справедливо. Вот так вот. Ну, а тут получается два Марсика. Еще один прилип попой. О. Ну, пусть будет два Марсика. Это Марсик молодой, этот постарше. Вот так. Так что все, справедливость восторжествовала. Ну что, Марина, вот мы с Викторией. Раньше, в прошлый раз нас Маша снимала за бутылку вина. Она поставила ее в серванте, это вино. У нас еще есть бутылка вина. Вот. Ну, оператора не нашлось, поэтому мы сами вот с Викторией передаем вам привет. Спасибо вам. Марина, вы всегда пишете такие комментарии, они за душу берут, вот, честно говоря. Ну, не скажу, что вы одна единственная пишете, но вот ваши комментарии, они особенные. Может быть, как врача, как специалиста, как человека. Чем-то они отличаются от других. Да, я скажу, десятка два землян пишут такие комментарии, можно книгу составить. Чего? Виктория говорит, я и напишу книгу. Напишешь? А, я напишу, а ты прочитаешь. Я столько не пью. Она прочитает, она. Ну, спасибо вам за посылку. Пойдем сейчас обрадуем Марсюнчика. По скрипту. Живот еще ж. Марина прислала вкусняшек какие, гляньте. И вот интересно, это Марсику, Мире, Раде и Лирику. А Жорику опять нету твоему папки. И тут его нету. А
Оказывается, я неправильно поставил. Виктория переменила. Говорит, что ж ты поставил. Вот так у меня было. Она вот так поставила. Вот так. Все, теперь все по справедливости. Вот эту вот еще коробочку убрать. Вот такая смешная, Артюшка. Сидит. Вот так, все. Пошли угощать дядю Марсика, маму. Пойдешь? Нет, она остается, охранять будет посылки. Никуда не уходит, уже целый час сидит. Вот там вот. Но она смотрит на папку. Папка ж на фотографии. Вот она на него смотрит. А я пойду. Так. Эй, ау. Вы где? Вы где? А где Марсик? Марсюшка, глянь, какие штуки. Ну надо же, такие. Я такого еще не видел. Подожди, Мира. На, Марсюшничек. Ради сказали не давать. Вика, говорит она. Марсюшка. Вот честно говоря. На. Так куда ты хапаешь? Ну на тебе за твоего муженька. Так и быть. Мира, я тебе так скажу. И за муженька, и за дочь у тебя от Марины. Марсюшка, тебе тоже дать еще вкусное? Ну, это какие, а? Я такого никогда не видал еще. Сколько мы увидели, благодаря вот подписчикам, сколько мы всего увидели. Я до этого даже не знал, что существует такое обилие вкусняшек. И потом, когда стали присылать посылки, а вот еще от Розы лежит оленьи корм, то просто-напросто жизнь наша потекла в другое русло. То они колбасные жопки ели, а теперь они всякие-всякие вкусняшки. Так, это надо выбросить. Едят. Куда не поверни, везде эти вкусняшки. Везде. Вот они. Найди. Видите? Вот, и тут вкусняшки, и здесь холодильники, и везде, везде. И все благодаря вот нашим подписчикам, нашим зрителям, которые любят наших собачек. Повиляй хвостиком. Мира, Мира, давай хвостиком. Вырази благодарность. Ну-ка, да не прыгай, нет у меня ничего. Просто хвостиком, давай, вильни. Скажи спасибо. Марсик, а ты не торопись. Никто тебя не отнимет. У Марсика тоже, знаете, какой хвостик. Мирка, ну давай хвостиком. Повиляй. Ну, Мира. На кого ты там? На кого? Ну, это, как обычно, я, Александр Док. Так. А это сидит. Сидит, охраняет. Вот так вот. Никуда. Вот уже второй час пошел. Видимо, все-таки вот папку увидела. И по нему скучает. Ну и это еще не все. Марина прислала подарки и Алле. Алла, ввиду того, что у нее нет канала пока, решила вот передать привет через нас. Ну, давайте смотреть, что же она прислала Алле, Марина. Здравствуйте, Александр Леонидович. Здравствуйте, Чеханя. Сегодня получила посылку я и пишу вам распаковку, но посылка не от Александра Леонидовича, а ваш канал соединил нас, друзей нас. Мы познакомились на канале, мы общаемся. Опять же, мы благодарны вам, Александр Леонидович, за это. И вот мы подружились.
Это посылку получила от Марины Залтиевой. И сейчас будем мы смотреть подарки Марины Залтиевой. И очень трогательно. Она у нас очень творческая личность. У нее богатая фантазия и умелые руки. Итак, достаем. Это именно я говорю о том, что у Марины золотые руки. И сейчас мы откроем заветный ларец и посмотрим, что вот удивляемся вместе с вами. Ух ты! Посмотрите, красота какая. Надо упаковано как все. Давай я крупным планом. Смотрите, какая вы похожи красота. Даже чем-то. Волосы так... одинаковые. Смотрите, какая красота. Хорошенькая какая. Сейчас я покажу еще, что здесь. Это вот такие талисманчики. Как игрушечки. Прямо в машину можно, кстати, повесить. Смотрите, как классно. Вот такие петушки. Прямо прелесть какая. А это, я так подозреваю. Что-то знакомое. Знакомое до боли. И даже вот насколько тонко, даже штаны лакины, смотри. Вот как у него штаны сзади. Вот она прямо сделала. Прямо как... Лаки. Вот, ой, прямо как один красиво. Какая красота. Ну, надо же. Это... Я и мой принц. А это чтоб мы с ним не скучали, я так понимаю. Закуской сразу. Да, вот такая красота. Мариночка, готовка. Ой, конечно. Спасибо большое. Это вот очень дорого. Вот прямо очень дорого. Подарок мне. Поехали. А это вот, видите, гостиница для Лаки. Это так мило. Это гостиница не для Лаки. Это гостиница для меня. Так классно. Это гостиница, я так понимаю, для Лаки. Слушайте, может, это для Лаки? Нет, наверное, клубника. Наверное, это шоколадные шарики с крупной начинкой. Нет, это мама. Вот такой вот. Такая. Яблочное печенье. Ух ты! И это мармелад такой. Классный. Слюнки потекли с орешками. Красногорского. Или... Надо все детальки, да, так это все сделать, это все. У вас золотые руки, Марина. Но вот это мне больше всего понравилось. Он вкусный, это самый выдержанный сыр. Никакого здорового образа жизни. Ну, посмотрите тоже, как все детали, как это все. Он мягенький-мягенький. Такой приятный-приятный на ощупь. Прям точно копия Лаки. Точная копия. Мариночка, огромное спасибо вам за эти подарки. Это к Пасхе, как обещали вы. Нам очень приятно с Лаки. И прямо большое спасибо, что мы встретились и прямо как-то подружились. Очень тепло, ваша семья мне знакома, вам моя семья. Вроде бы такое впечатление, что мы общались всю жизнь. Я благодарна вам за ваше общение. Спасибо большое.